впервые здесь, да, и чувствуется теплота, и какую энергию. Энергия от Юрьевича идет по всем, наверное, телеграм-каналам, всем YouTube, везде. Это ваш бар. Поэтому вам, наверное, несказанно повезло, что у вас есть такие люди, которые у вас ваши преподаватели. Юрий Юрьевич, обычно вы являетесь гостями нашего стадиона. Сегодня Волгарь приехал к вам. Насколько это важное мероприятие для вас лично, ну и для ваших воспитанников? Ну, дело в том, что у меня лично юбилей в этом году. Уже 40 лет, как я являюсь активным болельщиком Волгаря. Вот, ровно 40 лет назад впервые меня папа привез на стадион. Ну и когда я стал директором этого, не детского дома, а центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, детей стал тоже вывозить на трибуны. И поэтому детям всегда за счастье поболеть, покричать. Это очень круто, то, что они сюда приехали, сами проводят, играют. Вот, очень круто. Я хожу каждый раз. Обалдею от их игры. Ну, и эмоции только положительные. Принесли радость ребятам. Тем более они ходят на каждую игру. Наша команда всегда поддерживает нас. Мы это чувствуем. Перед игрой всегда, когда команда приезжает, они всегда ребята встречают, там желают удачи. Так что нам только в радость приехать и сыграть с ними. Вот в футбол сыграли, победила дружба. Эмоции также положительные.